С приближением новогодних праздников в Мурманской области активизировались телефонные мошенники, решившие обогатиться, используя новую схему обмана. Серия телефонных мошенничеств произошла в нескольких городах области. Неизвестные звонили в парикмахерские и салоны красоты и, представляясь сотрудниками отдела кадров некой организации, предлагали заключить договор и приобрести подарочные карты для вручения работникам. Далее злоумышленники назначали место встречи, где предлагали оплатить покупку, а после просили положить им на счет мобильного телефона некоторую сумму денег, обещая вернуть ее при совершении сделки. Таким образом, мошенникам удалось выманить у работников индустрии красоты по меньшей мере 18 тысяч рублей. Так пострадали уже несколько предпринимателей, владелец парикмахерской в городе Кандалакша и двое служащих салонов красоты в городе Лениногорск. Возможно, что данные случаи будут распространяться не только в области, но и также могут, соответственно, звонки появятся в Мурманске.